вас приветствовать на своем канале. И данный ролик, да, это не кликбейт, ничего. Действительно, вы все правильно прочитали в названии. Про то, как я учился в школе. На эту тему я давно уже планировал записать ролик. Но тут что-то как-то времени нет. То, честно, желания на данный ролик не было. Ну, сейчас вот и время есть, и желание, да и на улице погода. Особо, знаете, вот так вот не походишь, не поснимаешь. Потому что, ну, прохладно и как-то дискомфортно. Поэтому сейчас будут больше такие видяшки-болтовняшки, я их называю. Ну и что-то, может быть, с вами будем готовить видео о рецептах. Это просто, почему я это говорю. Подпишитесь на канал, кто не подписан. Поставьте уведомление, колокольчик и... ждите ролики, они выходят, выходили редко, сейчас буду стараться их чаще-чаще выкладывать. В общем, про то, как я учился в школе. Вообще, да, как, почему я пишу с ошибками, все в этом ролике узнаете. Но, мне там, я не помню, сколько я в школу пошел, то ли в 7, то ли, по-моему, 8 лет. В общем, я не буду называть... сколько мне там лет, буду называть конкретно классы. Первый класс. И вот после детского садика, я ходил в детский садик. После детского садика, там, 3 месяца, лето, да, все хорошо. И вот в августе, где-то в середине, у меня начался такой, знаете, мандраж. Я понимал, школа, как это, что будет. Вообще, чему там, зачем, почему. То есть тогда уже такие мысли были. Но все ближе-ближе к 1 сентября, я думал, ура-ура в школу. Действительно, я 1 сентября шел, вот, во-первых, ну, кто знает, это Гэди Лоуса, да, они были на тот момент выше меня ростом. Серьезно. К сожалению, фотографии не осталось. Ну, если я найду, то прикреплю, если нет, если вы их не увидели, значит, извините, не нашел. Потому что все-таки раньше как-то, вот, когда я еще пошел в первый класс, как-то больше все фотографировали на обычные фотоаппараты и просто вот фотографии лежали. На телефон только, ну, относительно недавно начали все снимать, фотографировать, все как-то так. В общем, и первый класс действительно радостный. И что самое удивительное, я весь первый класс отходил очень легко и просто. То есть, ну, что-то понятно, первый класс, да? Но я тогда еще не знал, думаю, нифига себе, как легко учиться, оказывается. Классно. Но вот под конец первого класса мы уже там выучили алфавит. Все, и во втором классе уже пошли там словарные диктанты, домашки, все это. Я, честно, так не любил все. Это, наверное, многие сейчас у нас согласятся. Я не любил в школе домашнее задание. Серьезно, вот я не понимал, ну ты же на уроке там все объяснил, учительница, да, ты же все, ну все понятно, ну дай ты там в конце урока какую-нибудь проверочную, мини самостоятельно, следующий урок спроси. Ну, блин, вот это домашка, типа, да, ты едешь от школы до дома, я постоянно, это не было никогда в шаговой доступности, у меня две школы за мою жизнь было, две, и что первая, что вторая, надо было ехать. И примерно, что до первой там 30 минут, ну 40, да, что во второй, когда я там уже с пятого класса пошел, тоже надо было учиться, то есть, ну, тут не учиться, а ездить далеко относительно, конечно. Ну, блин, ну, в первом классе расстояние вот такое, как селедка в банке во втором, да, классе, там, на началку, если ты как селедка в банке в таком состоянии, ну, думаешь, блин, хоть бы не раздавили, ничего, в автобусе в этом... Ну, конечно, и плюс дорога, и все это выматывается для ребенка. Я считаю, что первый, второй, третий, четвертый класс все-таки еще ребенок. И, в общем, конечно, приходилось домой. Тут мама домашку делает, вот это. У меня там друзья во дворе, мам, пошли гулять. Или у меня там в компьютере что-то играет игра, мам, я хочу поиграть, не мешай, типа. Но все равно, будь честным, и всю начальную школу я всегда приходил с выполненным домашним работой. С выполненной домашней работой. Неважно, было это что-то устное, что-то письменное. То есть вообще не, без разницы, я делал. Даже вот
Что-то по музыке задавали, что-то по музыке, помню, делал. В общем, ну, постоянно старался что-то делать. Но вот с русским у меня начались проблемы уже с класса, наверное, третьего. Да, во втором классе у меня были диктанты хорошо достаточно написаны. И с третьего класса у меня мало того, что появились много орфографических ошибок, так у меня еще почерк вообще стал, вот, и до сих пор, если бы меня попросили писать что-то ручкой, и я не прочитаю, я уже не говорю про человека, который будет все перечитывать за мной. Серьезно, то есть я вот... Бывает, да, бывает прям чуть ли не каждую буковку выписываю, а бывает быстро-быстро-быстро пишу. Не знаю, то есть вот быстроту эту мне поставили, ну, в конце второго класса, а почерк у меня испортился. То есть, ну вот, получилось как-то так. Из-за чего ошибки? Ошибки, как чаще всего, мне это во всем учителя говорят, всегда говорили, ошибки это из-за моей спешки. То есть то, что тут быстрое описание есть, но ты типа написал и пофиг, пошел дальше. То есть не думая. Я на самом деле много правил по русскому языку до сих пор знаю наизусть. То есть, и самое, что у меня все учителя удивляются, как так? Ты право учишь, ты правило отвечаешь на 5, ну, диктант, у тебя там 2-3, ну, как бы, на тройке, двойке пишешь. Вот не знаю, честно, с чем это связано. Поэтому вот с русским я как-то, я с ним поссорился, до сих пор не могу помириться. Не, на самом деле, серьезно, я понимаю, что я даже делаю глупые ошибки, как в названии ролика допускаю ошибки, в Телеграме что-то пишу с ошибками, там бывает, на стримы где-то захожу тоже там кому-то, пишу тоже с ошибками. Я понимаю, и чаще всего это ошибки глупые. Ну, вот, как-то так. С математикой у меня... Я не дружил до, кстати, класса восьмого. Да, то есть, ну, как-то вот так. Тоже там двойки, тройки были, потом вроде все нормально. Ну, все ладно. Третий класс с русским поссорился. И знаете, вот я свою первую двойку получил, как сейчас помню, во втором классе по математике. И с этого момента, знаете, как-то что-то какой-то азарт пошел. А, думаю, меня особо, кстати, не наругали за двойку. Думаю, а, два получил, и фиг с ним. И у меня как просто посыпались эти двойки. И у меня там двойки, тройки появились. Да, иногда там за двойки ругали, за тройки тоже поначалу ругали. Потом уже смирились, говорит, ну что, говорит, ладно, говорит. Главное, двойки не приноси, тройки, ладно, фиг с ними, переживем. Но, естественно, что все мои родственники, не только мама, папа, а тетя, там, дядя, бабушка, там, все, естественно, хотели, чтобы, ну, не отличником я был, но на четверке учился. Второй класс я закрыл вообще, ну, весь класс двумя тройками, это математика и окружающий мир. Вот с окружающим миром тоже не знаю, что такое, это биология потом будет называться дальше в классах выше. Ладно, третий класс, там уже по русскому 3 получилось, это окружающий мир там на 4 вытянул. Ну, как-то все вот, знаете, так. Потом вот четвертый класс, там у нас, кстати, на четвертом классе, как сейчас помню, началась информатика. И вот, что я у многих, кстати, спрашиваю, вот у меня тоже, что в той школе в четвертом классе информатика, что в моей школе информатика. Вообще у многих у информатики, что информатики делают? А, это так просто, видишь, это рассказ, мы сидим болтаем. Нифига неправильно. Я информатику не знаю слова совсем. Я могу там что-то в Word напечатать, но как отредактировать текст, как это сделать правильно. Какие там горящие клавиши, я это выучил, но только недавно. И сейчас даже я записался на курсы по информатике. Не буду называть стоимость, но, в общем, записался, хожу, учусь. Ну, потому что, блин, это надо. Сейчас век современных технологий, а я ощущаю себя каким-то там уже, не знаю, кем, каким-то несовременным человеком совершенно, что элементарно в телефоне. Я в телефоне вот могу, ну, не могу, а знаю, это как вот позвонить, как что-то и все, как поиграть там. А, кажется, на телефон можно Word, а в телефоне можно сделать презентацию. То есть, ну, какие-то такие вещи, про которые, ну... Блин, я не знал. Благодаря вот уже хожу уже почти месяц, и все узнаю, все классно.
Поэтому, если меня вдруг смотрят дети, которые еще ходят в школу, ребята, да, и девчата, ну, мало ли, их, либо их родители, блин, старательно рекомендую реально попросить учителя, либо, если вы мама, папа там, проконтролировать процесс обучения по информатике. Она вот, это вот как никто пригодится в жизни. Блин, сейчас серьезно, я еще раз говорю, век современных технологий. Сейчас все завязано, компьютеры, телефоны, планшеты. Сейчас все абсолютно на этом. И это все развивается. Все новые машины, все там на дисплеях, на всем на этом. И это все надо знать, все надо понимать. Поэтому, конечно, без информатики сейчас тяжело прожить. Ну все, 84 класс тоже там относительно хорошо. Там уже всего одна тройка. Это было Почему же тройка? А, по русскому. Почему? Конечно. Все, ну и вот. Прихожу в 5 класс. Я от себя... Мне так получилось, просто... Не знаю, сейчас есть такая тема, нет. Я вот опять же выпускной 4 класс. Я говорю в ролике «Мои любимые места» про Коломенское. Ролик есть на канале Алексея. Там я, может быть, если не забуду, отдам вам ссылочку на этот ролик. В общем, там мы... Так получилось, что школа была только начальная, то есть первый, четвертый класс. Ну, такая школа просто, ну, вот, на тот момент не было возможности поступить в какую-то другую, ну, там, по семейным причинам. И, в общем, поступил в эту начальную только школу. И даже во всех школах, даже в той, в которой я учился, потом уже в обычной, когда там, с первого по одиннадцатый класс, даже там был выпускной. То есть, что такое выпускной? Начальная школа. Ты выпускаешься, да? Все, ты переходишь в среднюю. Потом в 9 классе у тебя выпускной. Все, ты переходишь в старшую. В 11 ты выпускаешься, забираешь там свои аттестаты, либо справочки, кто как учился. И до свидания. Школа, здравствуй, там. Институт, колледж, работа. Ну, кто какой путь, опять же, выбирает. Потому что, на самом деле, пути, оказывается, люди выбирают разные. Даже техника, вот стала надежда. Выбирает путника, который ты думал, что человек выберет. Да, такое тоже бывает. Ладно, поступил в этот класс, я так немножечко даже приофигел, я даже так скажу. Ничего, я приофигел в плане того, что у меня первые полгода, я не знаю, то ли это просто то, что новая школа, то ли просто какая-то магия, мозг как-то заработал, либо я начал очень медленно писать, прям очень медленно водить камняпу, у меня стал идеальный ровный почерк. По русскому 5-4, 5-4, вот это русский. Думаю, нифига себе, думаю, может... А предыдущая учительница, кстати, блин, ну, вряд ли она смотрит ролик, но я никакие имена называть не буду, ну, мало ли что. Ей огромное спасибо, моей самой первой учительнице, которая была со мной с 1-4 класс. Она меня научила, все это, ну, просто весь вопрос, да, это, возможно, просто я не был немножечко не обучаем, потому что были все-таки двойки в началке, все-все было, но четвертные я старался выводить прям идеально. В общем, и знаете, так думаю, я крут, я могу. И я приходил домой, мам, 4-5, и знаете, то ли меня потом перехвалили, то ли я подумал... А остальные типа там обалдуничают, да, остальные там не учатся. Ну, а я что-то коллектив буду отбиваться, там почти весь класс такой у нас был. И такие, думаю, хрен с ним, буду тоже учиться, типа, и как придется. Опять начал писать там правой ногой, чуть ли все спочерк, опять есть такой каракуль, маракуль. Ладно, ошибки, двойки, тройки посыпались. Но я 5 класс вытянул по-русскому. То ли эти полгода сыграли, потому что, ну, учительница там тоже по-русскому была достаточно добрая, хорошая. Тоже, ну, вряд ли она смотрит, но если что, то огромный привет, спасибо за годы обучения. И все, в общем, потом я съехал. Самое, что удивительное, что я домашку до сих пор... То есть я единственное... Не пошел за своим классом. Они такие, да, мы домашку делать не будем, нафиг, типа, надо. Я делал домашку. В первом классе я еще ее делал. Все было хорошо. Все было шикарно.
Но как-то вот так получилось. В общем, по русскому у меня вытянулось на 4. Математика у меня вытянулась на 3. Хотя нас где-то после месяца, ну, их и меня, и всех, весь наш класс проверяли, чему мы учились за 4 года в классе. Особенно сказали ко мне особое внимание, что я вообще из другой школы, и чему научился. Все те, они, в принципе, были с первого класса. Там я написал на 4. То есть тут даже кто даже там учился, написали на 2. Я на 4, но я так думаю, значит, мне чему-то все-таки научили. Поэтому еще раз, моя самая первая учительница, тебе спасибо огромное. Но, к сожалению, еще даже нет с ней связи, ничего, чтобы как-то связаться. Потому что за это время, конечно, много уже всего прошло. Ой, ладно, ну и все. Дальше 6 класс. Вот дальше все. По-русскому перестал учить правила. То есть просто, знаете, как вот крышу, так стоишь, рассказываешь. То есть глаза учим, глаза на нее. Стоишь, рассказываешь, все классно. Потом она так пропалила, ладно, да, я не сделал. Она такая, почему не сделал? Да просто говорю, не сделал, не захотел. Не захотел 2, думаю, ну и ладно, 2. А еще было пофигу, что тогда уже в 6 классе. Потом упражнения, но упражнения делал, потом что-то как-то мне дали там совет один друган. Говорит, слушай, а ты пиши по полупражнению, она больше не проверяет. Я начал по полупражнению писать. Ну, в общем, по-русскому все капец. Математику я делал, у нас была математичка, у нас не было все 3. Одна была первая математичка в этой школе, которая, ну, я считаю, что многие говорят, что это неправильно, я считаю, что это правильно, что, да, не выучил правила, как бы, ну, в класске заходить нечего, потому что по этой теме работы ты не знаешь, о чем речь. Поэтому мы все учили, стояли упорно, даже бывало, что перед уроком стояли, все это учили. Ну, классно было, в общем, прикольно. Следующий момент, тут дальше там биология, все биологическое, тоже там все хорошо, потому что там как-то, ну, тоже там и 3, и 2 проскакивали, в общем, все было хорошо. Наступил 7 класс. Мое желание к учебе пропало совсем. Я не понимал, почему столько лет учимся, ведь, ну, достаточно просто 4 класса, там, до 100 считать умеем, там, все считать умеем, все, в принципе, ну, зачем дальше, зачем этот морфологический разбор, зачем мне это все по-русскому, я не понимал, опять же, вот, акцент делаю на русский, потому что, ну, в основном, видите, мои ошибки по-русскому. С английским, кстати, тоже было много бед, был английский больше изучать уже с репетиторами. Хотя искренне не понимал, зачем мне английский. И опять же, вернемся в сегодняшний день, придем. Я жалею, что я не знаю английский. На данный момент он мне нужен. Нужен достаточно на таком, ну, не на профессиональном, но на таком, на мини-разговорном уровне. Я не знаю его. То есть у меня сейчас стоит выбор, либо пойти учить английский, либо, ну, не учить, но, да, немножечко придется поменять всю свою, немножечко свою жизнь. Почти всю. В будущем и на сейчасшний момент. То есть вот стоит дилемма. С одной стороны, в принципе, да, английский неплохо. С другой стороны, и без английского тоже можно прожить, но тяжело. На сегодняшний момент реально это тяжело, потому что он требуется почти везде. Ну, ладно. Все, с английским беды, все. Седьмой класс много троек, ну, седьмой класс достаточно хорошо там троек поддоцыпал я себе в конец года. Ну, в общем, в принципе, неплохо. Наступает 8 класс. У нас меняется много учителей. У нас приходят, ну, к нам дают, новую математичку, нам дают, у нас биохимик, там уже химия, все, физика, там уже все профессиональное такое. Кстати, в 7 классе же физика началась, забыл про 7 класс сказать. Ребят, я вообще, когда у нас началась физика, я думаю, ё-моё, буду автомехаником. То есть я отучился физикой полгода, я понимал, что для автомеханика нужна физика, всякие моменты, да, чтобы там... Я такой думаю, все, буду автомехаником. Ну,
профессиональным, хорошим, да. И знаете, как вот так ощущение, как будто меня кто-то услышал, сказал, нет, ты им не будешь. Я ровно на следующий день после этих слов пришел на блок-контроль, я всегда этого контроля написал 4-5. Ровно на следующий день после этих слов я пришел, написал контроль на 2 по физике. А дальше, ну, как, в принципе, по остальным предметам. Я одну двойку получил, думаю, ну и фиг с ним. Не буду дураку, там исправить. Да и фиг с ним. Взял так, забил все. Все это, болт. Домашку, нафиг. Учить, нафиг. Я не знаю, почему, как это так. Сейчас, на сегодняшний момент, это уже не так. То есть, если у меня что-то не получается, мне говорят, тебе здесь не получается, да, как-то бывает, да, моменты. Я стараюсь как-то улучшить, что-то сделать. Но раньше, типа, ну, ошибка, думаю, ну, ошибся, фиг с ним, до свидания, я забиваю и ухожу. Прикиньте, если тебя так бы вел канал, типа, я же, ну, вы же иногда пишете реально, что что-то как-то лучше, качество лучше, все. Я стараюсь улучшить, кстати, по поводу камеры, камера будет совсем скоро приобретаться. Прикиньте, если бы я бы сейчас на сегодняшний момент не сказал так вот, тебя не получается, я бы взял, так бы просто ушел. Остаюсь, ну, в общем, это пример как. Все, ладно, 8 класс, ну, физика, все, съехала, русский чуть-чуть начал подрастать, в плане того, что я чуть-чуть начал все-таки отбил, немножечко начал учиться, но потом опять забил, с математикой, у нас новая математичка, там вообще было капец, даже, не знаю, можно рассказывать или нельзя, ну, сейчас с математикой, у нас новая математичка, которая нифига не понимает вообще, что она объясняет, мы там, Мария Ивановна, допустим, можно там выйти, нет, нельзя, или там мы не понимаем, как вы не понимаете, только что все это объяснило, при этом, ну, то есть это нормальное явление, да, если кто не понял, ну, переспросить, объяснить, то есть, ну, ладно, фиг с ним, все, наступает 9 класс. Вот тут началась самая жизнь, я понимал, что есть выбор, либо идти дальше, 10-11, либо все, после 9-го, до свидания, я ухожу в колледж. Ну что, ладно, все хорошо. Я принимаю такое, знаете, наверное, очень резкое решение остаться дальше. То есть у нас проходит полгода, собирает классный колледж, говорит, ну что, ребят, кто уходит? Я то ли это опять стадное чувство, то ли, не знаю, мне не хотелось выделяться, все, никто, все, я останусь, и меня спрашивают, ты остаешься, я говорю, я остаюсь, и говорит, ну, типа, мы же, ну, а все, многие знали, что я говорил, что я уйду, ну, ты говоришь, я не знаю, я, типа, не знаю, куда мне идти, и много было моментов, реально, за школьную жизнь, вот, с пятого класса я уже думал, там, кем я стану, кем я хочу, и из-за моей такой пофигительности отношения к учебе, я плохо учился, я это вот к чему это все, то есть учился достаточно тройки, двойки были, ну были четверки, пятерки, естественно, ну музыку там, ИЗО, труд, я физкультура, это даже я не беру в расчет, там учителя были всегда добрые, и даже физкультуру мне стали пятерки, поэтому вот, как-то так, ну хорошо, ладно, я обосновал, говорит, мы тебя поняли, ну типа, ну и там не один я такой, там многих спрашивали, даже у всех почти спросили, ну, мы поняли, все, ну, поняла она все. Ну, и все. И вторая половина 9 класса. Я же понимаю, я все пробники, у меня там пробники начали, потому что экзамен. Я пробники пишу, я пишу, но я понимаю, что я не сдал. Я понимаю, что я поспешил, когда у нас было, у нас можно было чуть не до конца дать подумать. Кстати, один парень так и думал, но он надумал, что он остается. Ну, я понимал, что я рано дал ответ, что она подала уже, кто остается, кто нет, что надо было подать. Ну, в случае передумать можем. Я подхожу, говорю, я передумал, я ухожу. А накануне было собрание, и там уже точно родители сказали, что остается. Мама сказала, что ты остаешься. Я так думаю, ну ладно, хорошо. Говорю, почему? Говорю, я пробники пишу на 2, говорю, ну я не сдам экзамен. Говорю, ну я просто, говорю, я вот, ну все. Все, я в жизни все потерял, все, и все, ну, справка. А прослушивание 9 лет, а потом 11 лет, говорю, ну, я просто не хочу, говорю. Я получу одну справку, говорю, и пойду, не знаю куда. Двор вместе. Реально.
Но совершается чудо просто, я не знаю, это чудо. Наступает, ну, это не чудо просто, да, наступает, ну, болезнь, она уже была, вот это все, то, что модное, вот это, да, и наступает ее пик, у нас наступает дистанционное обучение. Перестаньте, я уж не то, что я старался там что-то выникать, понимать, я на дистанте просто нафиг не заходил, бывал на уроке. Сижу, скучно, возьму, выйду, у нас там онлайн были, по Zoom, по Teams, все, было, возьму, выйду, там еще что-нибудь, там, блин, мне учителя пишут, ты где, ребята пишут, одноклассники, ты где, а я сижу на диване, смотрю, там, YouTube, в телевизор играю, была у меня в то время PlayStation, я бы даже, наверное, бы не отвечал, потому что вот, ну, сейчас у меня PlayStation, да, кстати, недавно не было роликов, надо про нее что-то рассказать, и, в общем, давно я бы вообще бы даже не отвечал, потому что я играю и смотрю, что там максимум. Захожу в YouTube, что-то там посматриваю, и все. А так, чтобы ответить, да нет. Раньше отвечал, да, потому что, ну, только в компьютере игра была, и все. Ой, вообще капец, вступает дистант. А у меня вот такой список, ну, вот, да, даже такой, короче, список долгов по тому, по дистанционному. Ты это не сдал, вот контрольно было по дистанту, ты это не сделал. Думаю, ну все, капец, справка обеспечена. Говорит, тебе 2 недели. Ну я думаю, блин, ну, либо двойки закроем, и типа, и все. Ну, и тебя, короче, даже к экзамену, допустим, не хочу справку о прослушивании. Начал упорно, хорошо заниматься, выучил, все на 4 рассказал, что-то на 3-4, значит, на 5 ничего не рассказал. Все, сдал, все. И тут опять уходим, ты все 2 недели проходил по словам, опять уходим в лесу. Думаю, нет, Ренат, тут уже нельзя забивать, потому что, экзамен там чуть ли не месяц оставался. Все хорошо. И на одном из уроков, учительница по-русскому. А вы знаете, что экзамен отменили? Вот такие. Ну, из-за этой болезни. Да, нет. Кто-то там, я не знаю. Математика, кто нам класс говорит, говоришь, да, ребят, вам еще раз сказали, экзамены отменили. У вас у всех будет диплом по текущему, аттестат по текущим оценкам. Так вот, думаю, я понимал, что ставится по текущим оценкам, но все равно оценка за экзамен влияет, как ты сдал, не сдал. Я думаю, дайте мне экзамен, я сдам. Потому что я тогда с репетиторами уже занимался, когда уже начал. Что-то не то, с репетитором начал заниматься, туда-сюда. Онлайн под то болезни, когда болезнь, онлайн до болезни ходил к ним каждый день, то есть после учебы. Думаю, так, все, я готов, я знаю, нифига как отменяет. Как это было облом просто. Ну ладно, при этом аттестат 9 класс у меня достаточно неплохо, хорош. Хорошо. Наступает 10 класс, мы приходим, учимся, все хорошо. Учителя у нас. Нет, у нас там. Нет, у нас перемен никаких не было, у нас были много перемен. Ну, как там новый классный руководитель, новый учитель химии опять очередной, у нас 2-3 разных было там. География новая, учительница. В общем, все поменялось с 9-м. Помню учителя. Ну и хорошо, ладно. Наступает 10 класс. Я. Весь 10 класс проходил, я учился так же, как в 9, 7, 6, то есть одинаково. И я весь 9 класс приходил, не понимал, нафига, зачем я тут? Идут предметы, они те же самые предметы, просто уже их более углубленно рассказывают. По сути, то же самое, только уже более углубленно. Я не понимал, я не понимал, зачем мне это все, зачем мне эти корни, морни, все эти какие-то там логарифмы. Я вообще это все не понимал, никогда, я въезжал в это, но не понимал, нафига мне это. Ну, кстати, на самом деле, я вот хочу сказать, в будущем, да, кто сейчас тут опять же учится, если меня вдруг такие смотрят, либо родители, реально, даже вот родители, если вы смотрите, вы же, ну, кто-то, возможно, не понимает до сих пор, зачем ему это все школьное. Блин, банально вот, информатика, говорю, казалось бы, вообще не нужно привет, то, что там в компьютерах разбираться, значит,
И каждый 2-летний ребенок умеет там в компьютере, да, в Word в том же самом, всяких там презентациях, программах, всем этом. Есть столько функций, про которых я уверен, что большинство не знают. Серьезно, а эти функции упрощают жизнь. Делай все быстрее, то есть ту работу, которую ты можешь делать там за 2-3 часа, с этим функцией ты эту работу сделаешь за 20-15 минут, и ты свободен, йоху, гуляй, отдыхай. Короче, все предметы на самом деле нужны. Я уверен, что когда-нибудь пригодятся алгоритмы, ну, в жизни всякое может случиться, всякое может повернуться. Вот опять же, возьмем тоже английский. Я не понимал, я живу в России, я никуда путешествовать, честно, за границу никогда не хотел, не планировал, да и до сих пор не планирую никуда там уезжать, да, мне по России хочется поездить, посмотреть Россию. Красивая, очень классная страна. Необъятная. Но сейчас куда ни сунься, на какую работу не устройся, куда там не пойди, везде нужен английский. Практически везде. Даже таксистам, да, да, не удивляйтесь, даже таксистам нужен английский. Сходи к тебе какой-нибудь иностранец. А он ну, по-русски, ну не очень, а по-английски как... Ты его русский не поймет, потому что он может быть слегка сломан. А если ты будешь знать английский, то все. Понимаете, то есть, ну, реально, вот, сейчас вот современный мир таков, что надо знать, ну, по идее, 2 языка есть, ну, по-хорошему. Можно, кстати, и больше. И весь 11 класс, я что же мыслью пробовал, ну, в 11 классе, правда, я понимал, что у нас все-таки экзамен, и уже... Было 100% формата, что его не отменят, минимальные 2 будут, русский, математика. Все остальное под вопросом, но там уже это модная болезнь стихла. В общем, там уже под конец все у нас, естественно, были экзамены. Я сдавал русский, математику, естественно, историю. И все. Да, можно сдавать было 3 предмета. Сейчас не знаю, сколько, честно, там вот сколько, когда я сдавал. Можно было сдавать это ППУ почти 2 года, 3 года назад. Там, 3. И, в общем, получилось так, что я рад тому, чему все произошло, что я закончил школу. Аттестат у меня за 11 класс чуть похуже, чем за 9. Там просто была стычка уже... А, мне, кстати, в 9 классе аттестат такой прям сильно снизил балл по музыке. Ну, в принципе, есть за что. Не надо было просто немножечко с ней спорить и хамить. В общем, в школе я учился, так уже сказал, на 2-ки, 3-ки, 4-ки, да. Ну, 2-ки, кстати, я старался получать меньше. 3-ки, 4-ки, да, 3-ки было дофига. Почти каждый день я приносил в школу 3-ку. Ну, вот такой человек. Троечник, короче, я. В плане посещаемости никогда у меня проблем не было. То есть, знаете, я, если я не хотел идти, то есть я не прогуливал, я просто тупо оставался дома. Да, десант прогуливал. Но, опять же, я не ходил гулять, десант, я просто сидел дома и... Ну, говорю, мам, я не занимаюсь еще. То есть, я говорил честно. То есть, я никогда там не скрывал. Никогда там... Мама советует проверить, учусь, нет. Надо быстро там все открыть, какие-то окна. Нет. Я говорю, ну, не хочу, и все. Так же в школу. Мам, не хочу идти, и все. Ну, как бы не заставишь ничего. А я такой достаточно могу быть упрямым человеком, если прям реально вот упереться мне, то меня не сдвинуть ни с какого места, ничего. То есть у меня в этом плане, конечно, я могу поспорить с человеком, если прям я понимаю, что упереться, если понимаю, либо я не хочу это делать, либо я прав, то есть вот, могу... Очень сильно спорить. Дрался я, не, ну, дрался там, ну, были какие-то там стычки, драчки. Ну, так, знаете, что прям вот до кровища. Такого не было, никому ничего не разбивали, мне тоже ничего там не ломали, в общем. Все было, в принципе, нормально. То есть, в плане поведения ко мне претензий не было, ну, что в первой, что во второй школе. В плане, ну, учебы только были проблемы. Чтение, читать я никогда не любил, задавали на дом литературу, я не читал. В общем, ну, короче, как-то так. В общем, самый, я считаю, идеальный класс, где учился адекватно, нормально, это первый. Ну, и то, знаете, там оценки не ставили. Если ставили бы оценки, то первая двойка я получил бы еще в первом классе. Серьезно. Так первая двойка я получил во втором классе, да.
Ну, в общем, на этом все. Как-то так. Вот такая вот моя история про школу. Я в заключение ролика хочу сказать только одно. Учитесь, не учитесь, это ваше дело. Я не буду давать эту рекомендацию типа по поводу учитесь. Я сам толком не учился, да. Я ждал, когда мы выпустим, сказал, ура, наконец-то я выпустился, все. Но сейчас вот уже осознавая с каждым месяцем, даже с каждым днем, я понимаю, что, блин, я хочу вернуться в школу, потому что я не знаю, как это назвать, то ли поговорка есть, то ли просто, ну, короче, люди реально говорят, даже по ТикТоку в свое время это гуляло, по шортам сейчас по Ютубу это гуляет, да просто от многих знакомых слышу, что ребенок, который ходит в детский сад, ходит в школу. Ребенок, который ходит в школу, хочет университет, колледж, там, институт. Человек, который ходит в институт, в колледж, в универ, да, хочет на работу. И лишь только человек, который ходит на работу, хочет вернуться хотя бы в школу. Вывод, да, я очень сильно, серьезно, мечтаю снова сесть опять за парты и учиться. Потому что, когда ты учишься, ты приходишь домой, у тебя, ну, почти чаще всего это, во всех семьях все готово. Тебе мама там ждет тебя с учебы, мама, папа. Да, там, покушать готово, все всегда готово. Надо тебе там 150 рублей, 150, там, 200 рублей. Ну, чтобы ты зашел, купил что-нибудь там все в магазине, попить там еще что-то. В буфете там в школьном. На, сынок, дают. Сейчас же ты хочешь что-нибудь поесть, что-то приготовить. Ну, да, я живу с родителями, это не секрет никакой. Но все равно, считается, 20 лет это все-таки уже хороший возраст. И все равно, как правило, что-то я сам себе покупаю, покушать и готовлю тоже. Опять же, помогаю родителям. Поэтому цените то время, просто цените. Я не говорю учитесь, нет, цените, не спешите. Повзрослейте, да, все успеете, и все будет хорошо. Я сам еще не до конца повзрослел, и на самом деле человек всю жизнь учится, и всю жизнь взрослеет. Но вот своих 20 лет я могу вам сказать, что не спешите события, учитесь, ходите, получайте там, что хотите, и оцените. Если бы я был отличник, я бы, наверное, бы втирал бы вам, что учиться надо, учеба пригодится. Да, какие-то моменты пригождаются, но большинство моментов мне еще пока не пригодилось. Поэтому, ваш выбор. Но школу закончить в любом случае всем надо. И чтобы у вас не было таких мыслей, как у меня, да ну нафиг, забью на все, закончу справкой. Неправильные мысли. Вот это единственное скажу. Аттестат должен быть у человека. Не справка. Справка о том, что вы прослушали там 9 или 11 лет обучения. Нет, это не тот момент, это билет ни в куда. Эта справка, это билет просто вот никуда. Потому что сейчас без образования достаточно тяжело устроиться. Да, если без опыта тяжело устроиться. Но и без образования, если у вас есть опыт в работе, какой-либо. Мы взяли, вот повезло вам, отработали там 5 лет в шикарной компании, но вам там не понравилось, начальство сменило, все что-то. Вы взяли без образования, вы там отработали. Фиг как на следующую работу. Наплевать будет то, что у вас есть опыт. Образование. Есть образование, дорога в жизнь. Опыт всегда можно набраться. Знаете, какой даже есть лайфхак? Такой, а у вас опыт есть, да, но он в трое не вписан, я работал как, ну, по договору, там, короче, по всем по этим темам, и все, и никто проверять не будет. Ну, если вы придете на стажировки, себя покажете, все хорошо, ну, да, человек действительно, там, допустим, работал. А вы просто учились хорошо в колледжах, в универах, в институтах, чтобы по этой профессии работать. Поэтому, в плане школы, надеюсь, всем все понятно. И есть такая небольшая просьба. Если я пишу с ошибками, понять, простить и смириться с этим. Ну вот я по-русскому совсем уж. У меня последний предмет, кстати, было очень даже неплохо, но по-русскому, ну, я совсем что-то не хотел я изучать русский, я русский не хотел, чтобы я изучал его. В общем, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал,
Ставьте лайки, переходите по всем ссылочкам в описании. Всем до новых встреч и всем пока-пока.